Что, мы на секундочку? Нет! Всем привет, ребята! Меня зовут Спо-Дидо-Дидо. И смотрите, как я выгляжу, как какая-то мороженка. Мы сегодня с вами в Рублоксе поиграем в прикольную эту игру, в которой нужно своих врагов бить ледяной дубинкой, как у нас. Так, это что со мной произошло? Так вот, этой дубинкой, если мы один раз попадаем, тогда наш враг замораживается. Я думаю, это будет очень прикольно, и вы сейчас сами все увидите. Так, в прошлой серии мы тут босса одного победили, так что зайдите на мой канал и посмотрите. Ну что ж, поехали, сейчас я вам покажу мастер-класс. У-ху, давайте, команда. Так, чтобы не с мороженкой ходить тогда. А ну-ка, это что такое? Так, я думал, это ускорение. Так, какое-то поле. А где все? Эй, выходите, злодеи. На поле битвы. Одели мы новый прикид. Это специальный прикид хоккейной команды. Синеньких, потому что мы играем за синеньких. Ну, где же они только, я не понимаю. А, вон они бегают. Вот, сейчас он подойдет. Давай. Аккуратненько. Что? Эй! Помогите мне! Почему меня превратили в лед? Нет! Обманывай! Что происходит? Отпустите меня! Так, ребятки, что ж поделать? Нам остается только ждать, потому что навряд ли нас кто-то спасет. Произошло чудо, ребята, и нас освободили. Что? Мы что, сможем их победить? Ха, вот это будет прикольно, прикольно. Вон они бегут. Так, давайте сломаем. 30 монеток все-таки как ни крути. Так, ну что, ты думаешь, ты крутой, да? Да, ребята, он крутой. Помогите мне! Придется нам ждать. Ну, нас освободили к радости, но кто-то меня... Они будут, наверное, меня охранять тут одного. Помогите! Нас снова освободили, но все, на этот раз мы так не проиграем. Ха-ха, давай. Сейчас тебе покажу, как надо сражаться. Нет, да как это они делают? Я же по ним вроде пропадал, освободите меня, пожалуйста. Пожалуйста, освободите. Все, ребята, мы проиграли. Ну что ж, хотя нет, мы победили. Правда, я остался во льду, но я так понял, вы поняли, что это за игра. Отлично. Так, молодец. Ну, ребятки, остается нам ждать только следующего раунда. Запрыгнем на батутик. И ожидаем. Ха-ха, вот она битва. Сейчас начнется супербой. Я готов, чтобы сражаться. Выходите. Где вы? Так вот. Бэм. По голове. И все. Я пошутил. Я не буду сражаться. Отстаньте от меня. Отстань, злодей. Ты чё? Первая победа. Ребята, мы совершили первое. Так, первый враг повержен, и теперь мне остается побить других. Хорошо. Так, где вы тут бегаете? Ну-ка, иди сюда. Ой, смотрите, тут прячется за стеночкой, да? Далеко ты не спрячешься. А нас тут уже двое, ну-ка иди сюда. Смотрите, он сам похож на ледышку. Так, хотел помочь своему дружку, ничего у тебя не выйдет. Так, ребята, нам нужно искать еще этих красных злодеев. Навряд ли мы найдем. Давайте найдем себе какую-то одежду прикольную. Так, что-то тут есть? Нет, тут ничего нету. Что? Тихо, не пугайте меня, а то я уже подумал, то, что кто-то пришел им помогать. Так, ну давайте я пока что попытаюсь найти какие-то вещи. Ай, враги идут. Тихо, ждем, он сейчас выйдет отсюда. А! Все,
все, они сейчас меня догонят. Что делать? Что делать? Что делать, ребята? Нет, 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 отстань. Ха-ха. Далеко ты собрался. Так, они там их освободят сейчас всех. Вот этот с зеленым лазером, Дарт Вейдером, мечом бегает. Так, ну чё вы все боитесь? Идите сражаться. Эй! Всё, готово. Заморозили. Оп-оп-оп, давай-давай. Давай-давай-давай. Готово. Пошел отсюда, ва! Никого ты тут не разморозишь. Хотя он сейчас попытается с той стороны. Ну почему ты не пошла туда? Так, его тут нет. Я вижу, там сундук есть. Эх, как бы нам его забрать? Нам надо тут охранять их. А то сейчас они их найдут. Так, вот мне уже не нравится. Готово, готово. Все. Так, ну того, я думаю, они успокоят. Ой, какой поворот-то нехороший. Так, пойдемте за сундучком лучше. Пойду-ка я за сундучком. Пускай они там сражаются себе, что хотят, то и делают. Все, встаньте от меня. Вот, так, подождите, сундук-то в другой стороне. А вот мы бежим к нашему сундучку. Ой, тут их два. И два. Есть. Почему нету никакой одежды, а? Хотя бы хоть какая-то одежда. Где она тут? Что? Как это мы могли проиграть, если я что не проиграл? Эх, ребята, ну что поделать. Так, кто у нас тут самый крутой? Да, вот этот Николас, конечно, он что-то всех и всех побеждает. Ну да ладно, у нас 1600 монеток. И, ребята, скоро мы сможем купить сундук, первый наш сундук. Так что будем ждать. Вот наша следующая битва. Что же нам предстоит в этот раз? Пойдемте за каким-то интересным костюмом, а то мне уже в хоккеисте там бегать надоело. Так. Как-то команды странно меняются каждый раз. Теперь что ли ты за нас? Так, оденем костюм рабочего. Оп. О, довольно-таки интересно теперь получается. Так, сундучочек, готово. Отдайте мне кристаллы, такие красивые светящиеся кристальчики. Ребята, смотрите, тут течет огромная лава. Что будет, если мы в нее прыгнем? Наверное, ничего хорошего. Так что пойдемте лучше сражаться с нашими врагами. Так, вот здесь по трубам спрыгнем. Ну-ка, идите сюда. А! Тихо. А, мы их смогли победить! Круто ведь! Так, где же они тут еще могут быть? Ну, этих мы тогда победили. Тихо, никто тут сзади не подкрадется. То может быть страшно. Нужно спасать своих! А ну-ка, иди сюда! Так что последний выживший остался. Смотрите, как он прыгает. Думаешь, что мы его не споймаем? Ты серьезно? Вот и все, вот мы и победили! Вау! А вот и подоспела следующая карта. Так, мы что, на каком-то космическом корабле находимся? Интересно. Так, вот мы сейчас космонавтиком будем. Так, космонавтик что? Что это за космонавтик с мороженым на голове? Вон он внизу, злодей. Так, ну-ка, иди сюда. Все, его мы сразу прикончили. Так. Чё? А за кем я гоняюсь? Освободите меня! Эй! Все, молодец. А, так все хорошо, мы этого уже смогли обезвредить. И никто там тебе не поможет, успокойся ты. Какой-то странный ветер. Что это такое? А, вон он еще один бегает.
Сейчас мы тебя словим. Получай. Так, ну-ка иди сюда. Ой-ой-ой-ой, как такое может быть? Мы, кстати, даже победили, ребята. Представляете, у нас осталось 15 монет для того, чтобы купить сундук. Это, конечно, обидно. Так, мы находимся в какой-то школе? Это что за школа? Ну так, ладно, в принципе, я вижу какие-то сундуки, которые мне бы лучше сейчас забрать. Вон они уже бегут. Раз сундук, два сундук. Так, теперь мне хватит, ребята, на сундук. Это уж точно. Что у нас тут? Ничего? Это что за кольцо такое странное? Смотрите, ребята, вон он прикидывается, как будто он обездвижен и не будет сейчас нападать. Но сейчас он нападет. Ну или нет. Так, ну, хорошо, что мы с ним справились. Теперь нужно искать следующих жертв, которых мы сейчас победим. Вон они бегают. Так, и никто тебе не поможет. А вот он с зеленым мечом. Ребят, как же я его терпеть не могу-то. Что, мы на секундочку? Нет. Так, давайте откроем сундук тогда. Где у нас тут? Или нас освободили? Нет, ребят, мы все-таки проиграли, но зато сейчас откроем с вами сундук. Так, ну вот и настало это время двух серий открыть наконец-таки сундук. Так. Да подождите, что это такое-то, а? Что? И что мне попало? Фейс какой-то интересный, типа улыбающийся фейс? Это что такое было? А, смотрите, у нас какие-то сзади теперь за нами звездочки прикольные. Ребятки, ну что ж, мы на этом закончим. Такая у нас получилась серия. Открыли наконец-таки сундук. С вами был Спуди Зариду. И всем пока.